H2O. Просто добавь воды. Кипяточек. На 6-7 секунд. И смотрите, что у нас получается. Вот просто вода. Ну, кипяток. Никакой ни соды, ни соли, ничего. Просто добавь воды. Что поделала, мам? Что поделала? Ладно, сейчас еще закину. Вам, походу, понравилось. Мне действительно не нравится во всем этом процессе, так это чистить 12-перстную кишку. Это очень нудно. Ее в гармошку никто не собирает. Это, знаете, что это 12-перстная кишка. На чеченском это еще называется искерткк, либо книжка. Дайте похвастаюсь. Вот, смотрите, как я круто почистила эту кишку. Ой. Просто. Теперь я складываю их вот так вот изнаночной стороной вовнутрь. И зашиваю, потом оставляю небольшое отверстие для того, чтобы заполнить их. Ну, потом я их выверну, заполню и зашью. Все, девочки, мешочки наши уже готовы. Смотрите, какой у меня шов аккуратный. Время обеденного намаза. Сейчас пойду делать намаз и потом уже продолжим. Теперь разрезанные легкие, вот на такие кусочки небольшие, закидываю в кипящую воду. И сердце тоже. Пенку убираю и все, и вытаскиваю. Проварила 7 минут. Еще раз промыла холодной водой. Сейчас буду вручную нарезать на мелкие кубики. Все нарубила. Вот такими вот кубиками. Теперь я сюда добавляю лук. Лук добавляем. Еще мы добавляем жир и кишки. Многие не добавляют кишки, но мы их очень чисто промыли, потом еще в солевом растворе подержали. Они очень чистые, и поверьте мне, с кишками получается намного вкуснее. Повторяюсь, они очень чистые, мы их тщательно промываем. Просто каждый раз, когда я об этом говорю, начинаются в директ: фу, как так можно? Они же чистые! Теперь добавляю рис. Соль, перец, чебрец. И тщательно все перемешиваю. Все готово. Осталось теперь их промыть и отварить. Видите, какая красота. Вот. Они готовы. Их осталось только отварить.
такие вот мешочки. Их прям вот доверха наполнять нельзя, потому что они уменьшаются в размере. И, возможно, они порвутся, если сильно наполнить. Вот такие вот мешочки. Белоснежные, чистые. А вот и наше готовое блюдо. Манясь! Галушки, чесночный соус, барш. Сейчас покажу в разрезе еще. Как это едят? Я это ем вот так. Беру чесночный соус, поливаю и ложечкой кушаю.